Мамонты значительно близки к индийским слонам, и поэтому считается, что они также обладали высокими интеллектуальными способностями. Однако, несмотря на мощный по сравнению с другими животными интеллект, слоны нередко ведут себя очень странно. Посмотрите, отправившиеся на сафари туристы чуть не распрощались с жизнью. На них ни с того ни с сего набросился обезумевший слон. К счастью, они успели уехать. А вот этот индус уехать не успел. Слон экспроприировал его байк. Хорошо, что сам человек ноги унес. А тут странное безумие напало на слона, который до этого мирно шел в праздничной процессии. Начал он тоже с байка, но затем принялся расшвыривать более серьезный транспорт. А здесь слон разбушевался практически в центре города. Сначала он расправился с телегой, а потом погнался за людьми. Это слоновое бешенство по-научному называется муст. Но почему слоны внезапно сходят с ума, наука еще не знает. Пока только выявили одну интересную закономерность. Специалисты заметили, что чаще всего вспышки безумия происходят зимой и также во время магнитных бурь. Особенно сильное влияние магнитных бурь ощущается в приполярных областях из-за специфики ионосферы. И тогда ученые выдвинули гипотезу. А что если мамонтов убили аномально мощные магнитные бури? Ведь они вызываются солнечной активностью, которая порождает солнечный ветер. В приполярных областях его видно в форме северного сияния.